дела. Мы почти доехали до Вены, там остается буквально полчаса, наверное, ехать даже меньше. И тут мы делаем остановку на 40 минут. Перерыв. Я уж не знаю, может, по техническим причинам каким. Это вот мы в Австрии, не доезжая до Вены, там впереди горы какие красивые, поля, леса, ровные камушки, так же как и у немцев в произведении искусства. Ветер сильный. Это у нас Австрия. Обратите внимание, опять же, детские площадки из дерева в основном выполнены. То есть за экологией следят, из всякой дряни не делают лишний раз. И поэтому смотрите, как гармонично и классно смотрится. Вполне. Австрия отличается от Германии еще более разлинованными такими полями, ровненькими. Вот прямо вот каждый кусочек земли, он такая вот полосочка, как лоскуты ткани. Вот. В Германии все-таки такого нет. Ну, типа тоже там и кукурузу выращивают, и все, но Германия как-то вот мягкие такие веточки. Они как иголочки с виду, но они мягкие. И опять же, классно, все уложено камушками. 14.53 будет S7. Это Вена. Юля. Угу. Нам нужен Вот, мы сейчас этим рейсом поедем на этот аэропорт Венский. Это у нас метро в Вене. Вот, билеты стоят 1,40 на человека. Ну, во всяком случае, до этой остановки. Там зависит от остановки. Вот. Сейчас он через минуту-две уже должен быть. Тут вот встречает что-то... Ох. Сидим мы, значит, в Вене в аэропорту, а тут такие бум-бум-бум, дын-дын-дын, ура-ура, что-то такое.